Вот сразу скажу, сегодня мне очень повезло, потому что у нас сегодня так получилось. Утро блондинок, у нас сегодня зарядку проводила блондинка, у нас сегодня флорист была блондинка, у нас сегодня гример наша Оля блондинка. И сейчас прямо со мной две очаровательные блондинки. Вера Каретникова и наша Влада пришла, наконец, дошла до нас. Вот если вы как минимум хотя бы немножко интересуетесь белорусской эстрадой, то вы наверняка знаете песню «Блондинка. Зима». Я пою, и мамина дочка совсем свежая. Кстати, ты приходила с премьерой этой песни к нам. Влада, доброе утро. Доброе. Доброе утро. Слушай, ну вот не принято подарки дарить раньше времени, а ты, хитрая женщина, подарила сама себе сольный концерт раньше времени. Я сама себе его подарила. А кто, скажи? Ну, вы знаете, вообще история такая, что у нас был большой концертный тур. Приуроченный к Году культуры, проходил при поддержке Белсай радиокомпании. И вот этот концерт, он стал итоговым концертом. И действительно, я счастлива, я вам честно скажу, я просто счастлива. Потому что у меня был большой концерт, у меня было большое количество зрителей. Я надеюсь на то, что наш концерт посмотрит не менее большое количество телезрителей. А эфир его будет 25 декабря и 7 января в эфире телеканала «Беларусь 3». Рождественские такие подарочки, да, неплохо. И я очень подготовилась. У нас есть как раз, да, несколько кадров, давайте, да, посмотрим мне буквально. Мне очень приятно, что чуть-чуть они уже идут. Секреты раскроем. Расскажи, у тебя было много еще участников. Это я в образе блондинки зимы. Вот этот образ для меня создала дизайнер Ксения Кухарева. Видите, я в такой шубе, у меня шикарный трехметровый шлейф. Вы меня тоже не зря представили блондинкой зимой. Вообще, мои песни зазвучали по-новому, потому что был живой блок вместе с талантливыми музыкантами премьер оркестра. То есть мы полностью разучили мои песни и, скажем Влада, так, исполнили их вживую. Да, премьер оркестра постарались. Ты как? Интро было очень красивое, театра танца «Минада». Вместе со мной выступали маленькие, юный хореографический коллектив «Рада». Самой юной участницей было всего лишь 4 годика. Ого. Слышите, наши зрители аплодируют? Здорово. А вообще со мной был танцевальный коллектив «Pops Foundation», мои девочки, танцевальный проект «Blondie Fusion», которые проехали со мной все города в рамках тура. И вообще было очень много всего красивого, интересного. О подлительности. Какой был концерт? Концерт время. Был, вот. Концерт будет 75 минут. А концерт сам еще был больше, оказывается. Ну, я постаралась так создать, чтобы действительно уложиться в эти 75 минут. Тем более я позвала своих друзей. Это дуэт баяниста виртуоза Вабанк. Мы вместе с ними исполнили танго. Это очень чувственный номер в моем репертуаре. Ну и без медведя Айра, куда я, правильно. Поэтому они тоже танцевали свой сольный трюковый. Влада, слушай, тур длился целый год, да, с которым вы ездили. Как ты на это согласилась? Это же такое серьезное. Серьезное обязательство с Радиус ФМ, насколько я понимаю, да, катались? Радиус ФМ, мы присылали видеоролики. Да, мы видели отчеты, в эфир, да. «Доброе Анти Беларусь». Как так? Ну, дело в том, что это была огромно проделанная работа, я приложила к этому большое количество усилий, я посвятила, скажем так, этот год себя этому проекту, потому что, когда ты понимаешь, что то, что ты делаешь, нужно не только тебе, когда тебе звонят зрители, телезрители, приглашают приехать в свой город, ведь мы же не просто выступали с концертами, мы рассказывали о культурных достопримечательностях городов, поэтому действительно хотелось это делать и продолжать делать. Но ты не успела закончить свой вот этот тур, концерт этот грандиозный свой, да, совершить. Ну, а у тебя уже выпуск песни новой. Как Нет, так быстро? Это полный эксклюзив сегодня для программы «Доброе Анти Беларусь». Сегодня будет премьера? Это песня. Как песня я забрала называется? Ее, она называется «Для тебя». Я забрала ее только сейчас из студии. Угу. И я скажу, что это новинка 2017 года, которая пойдет в ротацию радиостанции только в 2017 году. Ах, впервые вот я ее спою на своем сольном концерте. И совсем впервые сегодня эксклюзивно я спою ее здесь у вас для наших телезрителей, для того, чтобы они взбодрились, и это утро было действительно для вас. Итак, премьера песни. Музыка Максима Олейникова. Слова Антона Славина. Исполняет Влада. Для тебя. Я не раздета, это просто модно. Заметил и простыла я. В твоем бокале до краев свобода. Не та история, где счастлива я. Я знаю, с кем-то это сердце бьется. Быть может, чаще, чем хотела я. А я сгораю в двух шагах от рая. Без тебя, без тебя, для тебя. Все эти песни, фото, слезы, и я песни, фото, слезы. Для тебя. Все эти ночи, мысли, лайки, и я для тебя. Все эти песни, фото, слезы, и я песни, фото, слезы. Для тебя. Все эти роли, нервы, встречи, и я для тебя.
Украшу вечер нашими цветами. Завис на паузе любимый фильм. Все, что могло случиться только с нами, все будет только, к сожалению, не с ним. Я знаю, с кем-то его сердце бьется, быть может, чаще, чем хотела я. А я сгораю в двух шагах от рая. Без себя, без себя, для тебя. Все эти песни, фото, слезы, и я песни, фото, слезы. Для тебя. Все эти ночи, мысли, лайки, и я для тебя. Все эти песни, фото, слезы, и эти я песни, фото, слезы. Для тебя. Все эти роли, нервы, встречи, и я для тебя. Влада, новая песня для тебя. Влада, спасибо большое. Спасибо. Все проснулись, взбодрились. Доброе утро. Спасибо.